друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. В чому полягає сила слабких, ми з вами дізнаємось в сьогоднішній програмі. І на прикладі нашого героя запевнимось, що добрих людей в світі набагато більше. Мне все время везет, честное слово. Слава Богу. Люди, которые меня окружают, к которым я обращаюсь за тем, чтобы мне немножечко дали какую-то ступеньку, помогли в том, чтобы я что-то сделала хорошее, полезное, они всегда откликаются, всегда делают это с душой. Мы можем веками ждать, когда страна что-то сделает для нас, когда мы, в общем-то, есть страна, и мы делаем для нее. Спросить себя, что сделал ты сегодня. Сказка – это способ писателя сказать взрослым что-то наиболее понятным языком. Поэтому это сказка и для взрослых, и для детей. Вот в таком порядке. Выход есть всегда из любой ситуации. Просто нужно научиться ждать. Кто умеет ждать, тот получает лучшее. В одній з наших попередніх програм миколаївська письменниця Ангеліна Кріхеллі представляла свою нову казку для дітей «Найдіониш». У Ангеліни була мрія зробити з цієї книги аудіокнигу, щоб діти з вадами зору теж мали змогу поринути у добрий світ казки. І ось днями Ангеліна Кріхеллі зібрала друзів на презентацію аудіокниги. А ми обіцяли про це розповісти. И коль слово мы, друзья мои, дали, мы должны его сдерживать. Мы приехали с вами в библиотеку имени Кропивницкого для того, чтобы встретиться с Ангелиной Кріхеллі, которая только что презентовала свою аудиокнигу «Найденыш», о которой речь шла еще в нашей предыдущей программе. И вот что мы видим? Автор книги, писательница, сидит у рояля и музицирует. Телезрители, давайте послушаем на минутку. Ангелиночка, здравствуй. Извини, пожалуйста, что мы прервали твое музицирование, но знаешь, как-то шербурские зонтики, они как-то именно в настроение в сегодняшнее, правда, телезрители? И что мы видим? Мы видим писательницу детскую Ангелину Кріхеллі, которая играет. То есть творческий человек, он не останавливается только на том, чтобы писать книги, а ему подвластно любое искусство. На самом деле не совсем подвластно, это такое хобби, самообразование просто расслабляет очень хорошо. После такого-то нервного напряжения и самоотдачи оно позволяет восполнить какие-то эмоции, которые отдавал. Так ты сама научилась играть или ты заканчивала музыкальную школу? Ничего не заканчивала, я в процессе обучения. Друзья мои, самородок перед вами. Ангелина Кріхеллі, к вашему вниманию. Ангелиночка. Да. Фортепиано, звуки музыки помогают тебе переключить внимание и расслабиться, снять напряжение. Но напряжение действительно большое, потому что помнишь, мы когда, телезрители, вы же помните, когда мы тогда встречались и с Мариной Васильевой, когда она читала отрывки из твоей книги, мы говорили о том, что есть у тебя мечта. Мечта создать аудиокнигу. Ну, это скорее была не мечта, а планы, которые реализованы, и, собственно, как мы и обещали, реализовано к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября, и, собственно, презентация вот сегодня, 9-го. И состоялась презентация, Ангелиночка, состоялась презентация, друзья мои. Вот у меня в руках аудиокнига для детей с вадами зору. Казка для детей и дорослых «Найденыш. Щенок, который заблудился». Представляете, телезрители? «Щенок, который заблудился». Да, в этой книге идет речь о щенке, который заблудился, но который в конце концов нашел всех, кого искал. Маму, друзей. Ангелина, а ты нашла друзей? Ты не заблуждаешься в жизни? Не блуждаешь в потемках? На самом деле мы немножко все блуждаем в потемках, и с нами это случается каждый день, по нескольку раз на день. Мы находимся удачно. Не всегда нам нравится просто выход, но он всегда есть. Так что каждый день.
Итак, Ангелиночка, возвращаемся к диску, о котором ты говорила в нашей предыдущей программе и в твоих планах. Было, чтобы и дети с ограниченным зрением могли читать твою книгу. Расскажи, пожалуйста, как продвигалась работа? Помнишь, мы тогда говорили, что нужны были тебе и поддержка, и, конечно, и финансовая поддержка, и моральная поддержка. Расскажи о создании диска. На самом деле, долго думала над тем, как это все практически реализовать, и в конечном итоге пошла по пути «хочешь сделать хорошо, сделай это сам». Поэтому я обошлась без финансовой поддержки и вложила туда собственные средства, в чем-то где-то сэкономив на себе, но обещания нужно сдерживать. Вот, поэтому как реализовывался проект? Я позвонила чудесным людям на радио Миколаев-ФМ. Это Оксана Хмелева, главный редактор, и Андрей Тюренков. Они сразу согласились предоставить студию для записи, потому что люди тоже творческие, хорошо понимающие вообще, в принципе, обстановку сегодняшнего дня, и насколько проект нужен нашему городу, поскольку на презентации вот библиотекари говорили, я не могу все знать, все знать невозможно. Оказывается, в Николаевской области аудиокниги так не записывали. Никогда. Я не знаю насчет никогда, но библиотекари говорят, да, это лучше у них спросить. Вот, поэтому я вдвойне рада, что какую-то свою лепту внесла. Каждый делает, что может. У кого есть деньги, тот делится деньгами, у кого есть творчество, делится творчеством. И, в общем, у кого что есть, тот тем и делится, как в чудесной притче о яблоках. Вот, поэтому... Что за притча? Ну, расскажи. Телезрители, вы знаете притчу о яблоках? А давайте послушаем, на минуточку. Жил себе человек в частном доме. Приехал по соседству, новый человек поселился. И каждое утро, вот характер у него такой, он все время капостит кому-нибудь. Вот он приходит, утром дверь открывает, а у него... то яблоня спиленная, то двор замусоренный, то еще что-нибудь такое. А однажды утром он открывает дверь, а там ведро полное удобрений. Он подсокал языком, улыбнулся, вымыл ведро, набрал в него яблок, отнес и поставил на порог своему новому соседу. Вот. И новый сосед, когда это увидел, говорит, да что это такое? Ты что, больной? Почему ты не реагируешь адекватно? Он говорит, извини, друг, у кого что есть, тот тем и делится. Как-то так. Вот так вот, телезрители, лучше делиться хорошим, лучше делиться яблоками, знаниями, своим творчеством, да, Ангелина, чем, ну, действительно, то, у кого то, чем мы можем поделиться, потому что мы можем веками ждать, когда страна что-то сделает для нас, когда мы, в общем-то, и есть страна, и мы делаем для нее. Спросить себя, что сделал ты сегодня, поэтому я надеюсь, что я немножечко, хотя бы чуть-чуть сделала что-нибудь полезное, поэтому... Ну и, собственно говоря, мы остановились на том, что мне дали чудесного звукорежиссера, крошечную уютную студию. Звукорежиссером стала Елена Киба. Вот. Она подошла к этому делу тоже с душой, поэтому получилось, мне кажется, очень трепетно и душевно, потому что она внесла, помимо моего авторского видения, она внесла еще какое-то свое видение тоже светлой души, поэтому получилось, в общем, на совесть. Хотя, в принципе, судить не мне, конечно, а слушателю, читателю. Но ты как автор все-таки удовлетворена проделанной работой? На сегодняшний день, да, я довольна результатом и очень благодарна людям, которые, в общем-то, принимали в этом участие. Начитывала текст я сама, потому что актриса, к сожалению, оказалась занята в другом проекте в тот момент, когда было, в общем, окошко для записи. Вот. По несколько раз в неделю прибегала по звонку, Лена звонит, говорит, Ангелинка, прибегай, надо вот послушать, где-то, может, перезаписать, что-то переделать. Да, Леночка, бегу, и после работы туда. Просиживали с ней часами, а после... Я уходила, она еще оставалась, и дочитывала, дослушивала, подбирала музыку, подбирала эффекты, потому что, вы же помните, мы говорили о том, что дети, которые не могут видеть или видят, слабовидящие детки, да, у них обостряются все остальные чувства, и очень важно передать вот эти вот звуковые эффекты все. Вот эти все эффекты, собственно, она и подбирала. Потом мы выбирали из этой гаммы всего то, что подходит каждому конкретному эпизоду и сценки.
Ну, вот такой длительный процесс, который занял у нас без малого 2 месяца. И то, на самом деле, это достаточно малый отрезок времени. Я говорю, я приду записывать следующий, потому что аппетит приходит во время еды, в общем-то. Планировалось как аудиокнига в едином экземпляре, тобто вся книга записана и все. Вот. А теперь я смотрю на то, как это воспринимается, на самом деле, что это действительно нужно. И понимаю, что аудіокнига для дітей з вадами зору – це вже не просто книга, це цілий благодійний проєкт. І я думаю, що в будущому слідуючі книги, як для взрослих, так і для дітей, теж будуть записані в аудіоформаті, ну, не вважаючи публіцистики, вот, художня література. Друзі мої, ну а зараз давайте послушаем фрагмент из аудиокниги Ангелины Крихели, чтобы вы собственными ушами услышали, как это чудесно. И бывает, и времени нет почитать. А вот она, аудиокнига, сделанная с любовью для вас. Дорогой читатель, вы когда-нибудь задумывались, почему животные во всех сказках понимают друг друга, хотя утки и медведи, волки и котята, собаки и лисицы явно говорят на разных языках, или, по крайней мере, наречиях, в то время как людям необходимы переводчики, чтобы общаться из разных стран? Почему так, спросите вы? И я с удовольствием отвечу, что все дело в общих целях, в том, что их объединяет. Они понимают друг друга потому, что мыслят в одном ключе. Какие они? Да, это отдельный разговор. Давайте представим их вместе. Уверена, что у каждого получится свой уникальный образ. Ангелиночка, будь добра, ты очень, твое такое сердечко, оно, тут чувствуется любовь во всем, и в этой книге, и во всем, что ты делаешь. И даже то, как ты щедро ее раздаешь, эту книгу, что можно спокойно зайти в интернет и спокойно себе эту книгу скачать и слушать. Но тут вопрос, а авторские права, потому что у нас многие неравнодушно дышат к авторским правам. Это мое, мое. А ты вот берите, люди, пользуйтесь, слушайте. Ну, погодите, я знаю, что это мое. ICBN, то есть специальный код, который выдается в издательстве, он тоже знает, что это мое. Так что я совершенно спокойна. У меня как бы есть внесенная в каталог издательством книга. И, ну, что еще можно сделать? Против нечестного человека ничем не защитишься. Против честного зачем защищаться? Поэтому такая, в общем-то, восточная середина. На самом деле, это во-первых. А во-вторых, а для кого я пишу? Я пишу для своих читателей. Как они будут читать, если я буду как Кощей над златом чахнуть и прятать ее в закромах? Поэтому, безусловно, к примеру, я связалась с библиотекой booksonline.com.ua, всеукраинская наша онлайн-библиотека. Вот, ребята очень тепло. Вообще, вы знаете, мне везет. Мне все время везет, честное слово. Слава Богу. Люди, которые меня окружают, к которым я обращаюсь за тем, чтобы мне немножечко дали какую-то ступеньку, помогли в том, чтобы я что-то сделала хорошее, полезное, они всегда откликаются, всегда делают это с душой. И это очень приятно, что доказывает, что нас окружает гораздо больше теплых, светлых, добрых людей, чем нам кажется на первый взгляд. Так вот, они откликнулись и предложили разместить оба варианта, и текст напечатанный, и аудиоверсию для тех, у кого не будет возможности, поскольку у меня самой нет возможности сделать достаточное количество дисков, чтобы охватить абсолютно всех. Поэтому сегодня во время презентации я передавала диск не каждому человеку лично, а учреждениям, которые смогут использовать для каждого этого самого человека. Вот. То есть это детское отделение областной офтальмологической больницы, где детки смогут это слушать. Это учебно-воспитательный комплекс для слабовидящих деток, наш Николаевский. Это детский дом села Степовое, которому передана и аудио, и печатная книга, потому что когда передавалась, опять же, в рамках другого благотворительного проекта детским домам семейного типа, они не смогли присутствовать в тот день, поэтому им сегодня и то, и другое передано. Вот. И это общество слепых, Николаевский филиал всеукраинского этого общества. Вот. А уже они дальше смогут это распространять тем, кому это нужно.
Ангелина, а знаешь, что интересно? Сегодня мы живем в такое время, когда, в принципе, как бы ни пытались возводить какие-либо границы, они существуют только де юра, а де факто можно, ну, даже с помощью интернета выходить в любой уголок земного шара. И вот как ты думаешь, может ли твоя книга найти место, ну, не то что в другой стране, но, например, на другом континенте? Не знаю. Я надеюсь на то, что у нее будет достаточное количество читателей. Достаточное для нее, не для меня. Для автора никогда не бывает достаточно читателей. Вот. Ну, а там как Бог даст. Ангелиночка, итак, перевернута страничка этой книги, и уже даже аудиокниги отзвучала последняя нотка. Дело сделано. Точка поставлена. Немножко грустно, да, телезрители, когда делаешь какое-то любимое дело, и когда оно заканчивается, всегда немножко грустно. Но только не для творческого человека. Я думаю, что здесь, наверное, троеточие пока что поставлено. Да, на самом деле, моя часть работы завершена. Я сделала для книги, для читателя, для этой конкретной книги все, что могла. Но теперь же начинается самая интересная работа. Работа читателя. Это самое увлекательное, когда тебе пишут, а вот а почему щенок пошел той тропинкой, а не этой, а почему у цыпленка комбинезончик синенький, а не зелененький, а почему и таких почему море огромное просто. Вот смотри, в любой книге, даже в самой детской, всегда есть некая мораль, которую нужно принять, ну, либо не принять, но которая направлена на своеобразное резюме жизни, резюме твоей книги согласно сегодняшнему дню. Я стараюсь избегать менторских ноток и вкладывать туда какую-то вот четкую конкретную мораль. Точно так же, как я стараюсь избегать описания героев, кроме тех внешнего описания, кроме тех случаев, когда это хорошо показывает характер и мотивацию того или иного поступка. Во всех остальных случаях я оставляю, в общем-то, на суд читателя, как выглядит герой тот или иной. Точно так же есть сюжет. Сюжетная линия, герои, развитие каждого героя, его характера, его судьбы. Но основная мысль, которую я туда вкладываю, во-первых, их несколько, и во-вторых, каждый читатель находит еще свою дополнительно. Я стараюсь скорее задавать вопросы, чем отвечать, чтобы было о чем думать, чтобы, закрыв книжку, не сказать: «Да, прикольно, поставить на полку и забыть», чтобы задуматься действительно: а что я сделал так или не так? Что я вообще сделал сегодня полезного, хорошего, доброго, светлого для окружающих, самых близких и более широкого круга окружающих людей? А как я понимаю дружбу? А правильно ли поступил тот или иной герой? И самое главное, а как бы я поступил в этих условиях? Потому что мы так часто спешим сказать: да вот он поступил неправильно, а поставить себя на место этого человека, учитывая его характер, не со своим характером поставить себя на его место, а представить себя им и понять, почему он так сделал, и уже тогда размышлять, как можно было поступить по-другому, и, может быть, посоветовать человеку выход, а не спешить с вердиктом, прав он или не прав. Как интересно, твоя книга, даже детская книга, представляете, телезрители, она направлена на то, чтобы люди думали, и дети думали, и люди думали, с одной стороны. Но с другой стороны, сегодня мало думают. Ну, я не знаю, телезрители, вас я, конечно, не хочу обидеть, вы, конечно, думаете постоянно. Но, может быть, не о том думаем, как ты думаешь, Ангелина? Вот сегодняшний день... Может, не о том думаем? Думаем о дне сегодняшнем, хотя, с другой стороны, мудрые люди говорят: прошлое ушло и никогда не будет, будущее неизвестно, настанет ли, то есть нужно жить сегодня. А о чем думать тогда сегодня? Да, но все эти вопросы актуальны и сегодня, как были актуальны и вчера, и будут завтра, потому что, может быть, не будет нас в завтрашнем дне, но завтрашний день-то все равно настанет. Ангелиночка, и тем не менее, возвращаясь к теме «думать», наши дети, к сожалению, не хочу обидеть детей, конечно, но тем не менее, они мало читают,
в большинстве своем. И поэтому, наверное, мало думают. Или думают немножечко не о том, ну, о чем-то таком, о чем бы хотелось бы, чтобы они не думали. Вот как-то, понимаешь, много писателей очень разных, поэтов, книг, а люди мало читают. Почему? Почему такой маленький процент читающего населения? Ну, и на самом деле, я бы не спешила утверждать, что читает очень мало людей, потому что многие исследования, мониторинги и опросы показывают, что люди все-таки читают. Хотя бы объявления. Ну, это уж кто что. Действительно читают, и тут вопрос вкусов. Кто-то читает детективы, романы, кто-то классику, кто-то объявления, но это тоже хорошо, он не забывает буквы. Это тоже полезно. Тут можно вернуться немножко к вопросу о том, что мы спешим с выводами. Потому что читающего населения действительно очень много. Но даже среди моих знакомых есть коллеги, которые чтением называют прослушивание аудиокниг, например. То есть он приходит на работу и говорит: «Я прочитал книгу». Говорю: «Какую? Дай почитать». Он достает наушник из уха, говорит: «На, послушай». Я говорю: «Ну это же как бы это не... Ну то есть это, да, это книга, но это другой ее формат. Ну и я, и ребенок другой формации, я привыкла, когда шуршит страничка, пахнет свежей краской». Но она может даже не пахнуть и свежей краской, но страницей. Или старыми годами, которые она прожила, и несет на себе этот отпечаток. Ну вот, вот такой романтик неисправимый, что поделать. Ну не все же так воспринимают, но это не значит, что люди не читают. На эту тему даже недавно был вот круглый стол в детской библиотеке имени Лягина, где собрались ведущие, в общем-то, библиотекари, специалисты в этой области. И да, обсуждали этот вопрос. Дети сегодняшние, они читатели, зрители или слушатели? Собственно говоря, к какому-то определенному выводу прийти сложно, и тем не менее склоняются к мысли о том, что они три в одном. Просто эти дети немножко другие, они мыслят иначе, они живут иначе. Для них важны другие вещи, нежели были для нас или для наших предков. Но у них есть все равно свой взгляд, и они его воплощают в том, что они читают, и в том, что в конечном итоге они делают. Ангелиночка, книга «Найденыш» — это твоя, можно сказать, первая серьезная работа? Нет, на самом деле она была написана уже после нескольких других достаточно серьезных книг. Вот. Просто издана она была первой. Первой, потому что, ну, мне показалось, что читатель вместе, вернее, писатель вместе с читателем должен расти. То есть мы начинаем с детства и дальше уже какие-то более взрослые книги. Хотя я, как Баба-Яга, категорически против того, чтобы говорить, что это сказка для детей. Во-первых, она входит в серию, которая продолжится со временем другими книгами, связанными и не связанными друг с другом по сюжету, в единую серию «Сказки для семейного чтения». И говоря, что это сказка для детей и взрослых, я бы ставила в обратном порядке: для взрослых и детей. Не потому, что здесь есть сюжетная линия параллельная у жизни людей, там где-то о любви, где-то о взаимоотношениях, умении прощать, а потому что каждый из этих героев — это часть нас. Не так, чтобы вот кто-то был прототипом комара или кто-то был прототипом щенка. Нет. И комар, и щенок, и барбос, и все остальные герои — это один человек. Я, вы или любой другой читатель. В каждом из нас есть немножко противного, задиристого комара, которому не хватает любви и заботы, и внимания окружающих. В каждом из нас есть немножечко потерянного бедняжки, щенка, которому хочется притулиться к родителям, которых мы не всегда вовремя ценим. Иногда ценим, когда теряем, и грустим, и скучаем, а до этого не уделяли им должного внимания, как стоило бы. Мы все немножко барбосы, которые помогают найти щенку себя, когда мы начинаем давать советы какие-то. Мы все вот это вот по чуть-чуть, поэтому... Да и вообще, в принципе, сказка — это способ писателя сказать взрослым что-то наиболее понятным языком. Поэтому это сказка и для взрослых, и для детей. Вот в таком порядке. Да, есть такое хорошее выражение: сказка — ложь, но в ней намек. Добрым молодцам — урок. Да? То есть из твоей сказки мы выносим урок, что бы ни было, все будет хорошо. Все непременно будет хорошо,
нравится нам это или не нравится, но выход есть всегда из любой ситуации. Просто нужно научиться ждать. Кто умеет ждать, тот получает лучшее. Главное ждать, не сложив руки. Под лежачий камень вода не течет. Коли бачиш світ очами добрих людей, то навіть сумні хвилини переживаються набагато легше. В цьому і переконана наша сьогоднішня героїня, молода миколаївська письменниця Ангеліна Кріхєллі. Я, Аня Дорошевська, прощаюсь з вами. На все добре!